В Якутске снижается уровень заболеваемости ОРВИ гриппом практически на 30% в сравнении с предыдущей неделей. Тем не менее, в связи с напряженной ситуацией в столице ограничено проведение дополнительных школьных и внешкольных образовательных и культурно-массовых мероприятий, в том числе выезды на экскурсии, на природу, развлекательные мероприятия, спортивные соревнования, олимпиады. Это касается всех учащихся с 1 по 11 классы. Но мы при этом ограничиваем проведение внеклассных мероприятий, межклассных мероприятий, внешкольных мероприятий, спортивных соревнований, олимпиад. То есть наша задача, может быть, как-то изолировать немножко детей, чтобы не пересекались классы, не пересекались группы в детских дошкольных учреждениях. Если вот мы понимаем, что сейчас к 8 марта будет проводиться много мероприятий, то мы рекомендуем, чтобы эти мероприятия проводились внутри класса, внутри группы детского дошкольного учреждения, чтобы не было массовых мероприятий.